Мясные полуфабрикаты или сырое мясо являются скоропортящимися продуктами, для которых устанавливаются довольно строгие сроки годности и режим хранения. Для торговли мясной продукцией требуется лицензия, необходимые сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта. Продажа сырого мяса должна осуществляться в специально оборудованных для этого павильонах. Продавец должен содержать свое рабочее место в чистоте, строго соблюдать правила личной гигиены, носить чистую одежду, включая специальный головной убор, маску и перчатки. И это еще не весь перечень необходимых требований к продаже мясной продукции. На минометчике 7А/1, это гаражный массив. Здесь мы получили информацию от мест жителей. Говорят, что здесь идет реализация и хранение мясопродукции в нарушении санитарных правил и требований. Ну вот видим, что вот мясо оно лежит в нарушении санитарных правил и норм. Мясо не клейменное, нет ветеринарной справки. И, соответственно, понимаем, что это мясо не прошло ветеринарный контроль. И реализация такого мяса может быть потенциально опасной для жизни и здоровья потребителей, которые приобретают это мясо здесь. Здесь у нас холодильное оборудование также присутствует прямо в помещении гаража. Открываем, смотрим, что здесь у нас есть. Вот, пожалуйста. То есть забито в одну кучу, куча мяса, непонятно какое сырье, говядина ли это, свинина ли это, непонятно. Нет раздельного хранения сырья. Возможно, температурный режим в этом холодильнике не соответствует ГОСТовым стандартам, которые требует СанПин. На полу лежит какой-то кусок непонятной консистенции, массы мясной, тоже непонятно, что за продукция. То есть все это прямой риск здоровью, безопасности человека. В следующих гаражах мясо разделывают, там бараньи головы, бараньи внутренности. Здесь вот какая-то импровизированная торговля мясом в гаражах, на лавках, на земле, просто в каких-то ужасных условиях. И все это продается людям с нарушением, наверное, десятков законов. Начиная от неправомерного землепользования, кончая тут всеми санитарными и Роспотребнадзорными всеми нормами. Вот поэтому, конечно, мы просто обязаны с этим бороться, это необходимо. Мы звонили, значит, вот хозяину, как раз по телефону рекламному. Он сказал, что из Сургута привозят, уже забитые, здесь уже отсоединяют головы и поставляют это. Нам известно, что в ресторан «Зам-Зам» на Вторчермете. Сюда подъезжают машины и крупным мелким оптом затариваются и отвозят в точки питания. Ну, вместе с народным контролем сюда прибыли для поддержки, чтобы все это, конечно, прекратить это безобразие. На той же территории, среди гаражных построек, общественники обнаружили складирование продукции с истекшим сроком годности, использование в дальнейшем которой неизвестно. Употребление в пищу просроченной продукции является опасным для жизни и здоровья граждан. Из соображения безопасности и законности ее продажа запрещена на территории Российской Федерации. По данному факту нарушения действующего законодательства, представители Межрегиональной общественной организации «Народный контроль» направят обращение в надзорные органы. Вы всегда можете обратиться с вашей проблемой в нашу общественную организацию, используя наш сайт nkregion.ru или анонимное бесплатное приложение Межрегиональной общественной организации «Народный контроль». И мы вам поможем.